Новый трек Айка. Айка меня дико порадовал своей прошлой работой с Крестовым, которая была... У меня есть на нее реакция на канале. И он так воинственно писал в своем телеграм-канале, что все, теперь я покажу, как ебашить они готовят альбом. Такое ощущение, что Владик прям крепко взялся за голову. Я за него прям порадовался, когда это увидел. Потому что я уже его списал мысленно. Ну, типа, ну это Влад, он... Может, на один пиздатый трек выдать 20 отвратительных, и качество будет вот такое. Но, кажется, он нашел продюсера, нашел человека, который отвечает за техническую сторону, и, наконец, полностью сосредоточился на творческой. И вот это союз многообещающий. Вышел трек «Я бы все тебе отдал». Сейчас подходящий момент, сейчас контекст для тех, кто смотрит это в записи. Сейчас почти 2 часа ночи, я 5-й час в прямом эфире. Я расслаблен максимально и очень... Очень, просто неприлично хорошо себя чувствую. Вот я максимально благожелательно сейчас настроен. Поэтому я просто надеюсь, что я сейчас кайфану от нового трека Айка. Это последний трек на сегодня. После этого я со всеми попрощаюсь и пойду играть в игрушки, а потом спать. Я что-то под такой сэмпл гитары себе не представляю. Что они тут делать будут? Мне кажется, если сюда гитары еще добавить, то там прям мясо будет. Ну, в смысле, в плохом смысле мясо такая, прям каша. Сэмпл не располагает к хорошему гитарному боевику. У меня какие-то вайбы темных делишек появляются. Этот микс не запихнуть гитары нормально. Это невозможно просто. Ну, кстати, я сейчас выскажу маргинальное мнение. Я просто кашусь глазами в чат. И люди такие, я понял 3 слова, нихуя непонятно. Я один все разбираю. Я тот человек, который постоянно говнится на дикцию. Но вот сейчас я в своих наушниках все разбираю, что он говорит. Реально, я все разбираю. У меня нет ни одного слова, которое у меня вызывает вопросы. Вот пишут, я 90% не понимаю, я почти ничего не разбираю, жаль, что не рок. Я все разбираю. Ну и, в общем, ладно, это звучит сильно лучше, чем темные делишки. Биток напоминает, ну вообще, просто в чате такие, а, это кошмар, боже, на каком говне мы завершаем стрим, а? То ли я настолько в хорошем настроении, но не может это настолько влиять. Все-таки, ну, восприятие искажается, но не до таких пределов. Да нормально все. Че вы переживаете? Не, они выпьют пиво и будут валяться голышом. Уважайте классику, пожалуйста. Видимо, доход со стримингов кальянных все-таки настолько большой, что туда ломанулись все. Лакимин с кальянной подачей. Айка. Реально, ну это же трек для кальянных. Прям, ну он создан для этого. Ребят, я живу в Грузии. Здесь такое играет из каждой второй хинкальной. У меня иммунитет уже. Вдруг вот вообще вся
Ладно, вот здесь я, вот в этой строчке я нихуя не понял. Можно еще раз? У него там три согласных подряд идут какие-то, и все. Вот тут я не разобрал. Кроме я тушу, будто я тушу пожары, я ничего не понял. Ладно, вот здесь с дикцией действительно проблемы. Вот тут понимаю, почему вы не в духе. Припев привязывается. Как, вот где произошел этот водораздел, когда я из человека, который стоял посреди фанатов Айка и говорил, вы че это говно, оказался в противоположной роли. Сейчас стоит куча диктора, это говно. Я такой, ребят, да нет, все нормально. Типа, ну это чиловый поп-трек для плейлистов. Это трек, который должен играть фоном. Он очень приятно звучит фоном. Он прям охуенно заходит на фон. Это трек для плейлистов. Задача которого, опять же, звучать и не бесить. Все, он справляется с этой задачей. Все хорошо. То есть, мне нравится этот гипнотичный, завораживающий инструментал. Он такой прям зацикленный очень. И за счет бесконечного повторения ты его начинаешь уже ощущать. У тебя прям и дыхание, и сердцебиение подстраивается под барабаны. И тебе прям, ну вот, ничего больше не надо. Я не вижу никакой проблемы в этом треке. Все не так плохо, как вы говорите. Мне очень нравится эта размазанная манера. То есть он тоже как будто такой чуть-чуть всаженный. Он не чеканит, он не читает рэп. Он вот не пытается делать читочку. Он просто вот так вот пружинисто, раскачиваясь, по биту плывет. И это хорошо. Вы понимаете, что это песни, которые надо слушать в состоянии легкого дурмана? Там вот эта четкость, выверенность, она не нужна. Не дикционная четкость, потому что как раз фоновая музыка тем лучше воспринимается, чем меньше ты выхватываешь из нее осмысленного всего. При этом ритмическая четкость в вокале конкретно тоже не обязательно. Я вот просто так совпало, я сейчас, видимо, вот на той же самой волне нахожусь. Я поэтому вначале на этом сакцентировал внимание. Пиздец, как подходит этот инструментал, вот что я скажу. Ко мне приходили люди и писали, Латайка дропнул такое говно. Просто, Дима, ты не представляешь, это так хуёво, у тебя будет так гореть. Где? Где у меня здесь должно гореть? Я сегодня Рому Лакимина слушал. Мне уже нечего бояться. Классный попсовый чиловый трек. Голос Влада хорошо размещен в инструментале. Он нормально записан. Он обработан нормально. Он просто в каноне жанра.
Я защищаю Влада Айка. С треком для кальянок. Короче, ребят, я вижу, что люди в чате в гневе. Они орут, что стример сломался. Где? Где обещанный кошмар? Читаю чат. Вообще не мое, но местами даже цепляет. Дикция со временем проседает, текст так себе, но местами цепляет. 20 лет не курю, если что. Да нормальный трек. По звуку хорошо, но дикция от слова «дик». Песня уже в плейлисте для стратегий. В Диме уже все сгорело, он познал дзен. Ну, это правда. Похоже, в кружке был не чай. Мне как-то средне, мне супер не заходит. Это только в состоянии сильного опьянения. Плохо звучит даже фоном. Говорят, Айка реально сам не разбирает ничего в этом треке. Айка, купи себе хорошие наушники. Вы сломали стримера. Странный инструментал, но охуенный. Это ужасно. Набор звуков. А можно и мне немного такого иммунитета? Обращайся. Бля, реально ганвест кентули. Мне хватило первых 4 строк, лол. Звучание странное, это странный поп, но я бы не сказал, что плохо-плохо. Лол, Дима, который горел на Айка за дикцию, все понимает, когда сам Айка говорит, что ничего тут не разбирает. Иронично. Влад, купи наушники.